Приветствую всех на своем канале, с вами снова я, Ольга Карпович, и уже точно с последним заказиком по каталогу 14. Он у нас еще действует буквально 2-3 дня, но не могу не показать, что у меня снова попросили, что я взяла себе на всякий случай, поэтому будем начинать. И первое, что я хочу показать, уже недавно показывала, но и себе решила взять про запас. И снова попросили. Это наши прокладки. Напоминаю, что они вышли в новой упаковочке. Сейчас есть вот такая вот надпись Activity. Значит, в принципе, цена осталась та же. А неоновый чип тот же. Только добавилась, по-моему, если я не ошибаюсь, аромат. Да, легкий аромат зеленого чая. То есть раньше не было никакого аромата. Но что хочу сказать. И, кстати, писали, по-моему, еще... Так, этого нету. В общем, более еще клейкая основа. Хотя, в принципе, мне хватало. Но, может, кто-то что-то писал, что плохо держится. Но я уже опять где-то рассказывала. И еще хочу повторить. Все знают, что я говорю правду и ничего, кроме правды. Что если у вас хлопковое белье, то есть хлопковая ластовица, тогда нормально все крепится. Здесь 10 штучек. Что сегодня я заговариваюсь? 10 штучек, артикул 11289. Каждая прокладка в индивидуальной упаковке, которая тоже хорошо запаяна. То есть ты спокойненько можешь положить себе в сумочку, где-то в какой карман. Даже вот, пусть, как говорится, будет НЗ где-то в машине. И ты на 100% уверена, что никакие микробы, никакие бактерии туда не попадут. И не знаю, какая будет цена. Напоминаю, что у нас иногда цена может варьироваться. Ну, я имею в виду в каталоге и на сайте. Но сейчас почти на больше, чем на рубль, по-моему, дешевле прокладки, чем в следующем каталоге. Сейчас они по 4,29 по каталогу, а в следующем, вот не помню, 5,19 что ли. Ну, вот, может, чуть больше. Но все прокладки ночных пока нет. А вот ежедневки 11288 артикул. Далее снова попросили заказать антитабак акваспрей артикул 30329. Его, кстати, берут часто, но я не знаю почему. Лично я не люблю этот аромат. Мне очень нравится апельсин с корицей. Если между всеми выбирать, еще можно цветочный взять. Ну вот я не знаю почему. Хотя он сейчас уже называется не антитабак, а сицилийский бергамот. Но все равно я не знаю почему, он мне не нравится. Далее уже повторяю заказик Сафа. Артикул 3342. Очень бомбезный аромат. Просто самый крутой из всех водичек, которые в последнее время появлялись. Насколько мне нравилась Prima Bacio, настолько она сейчас упала, как говорится, в моих любимчиках, потому что это просто нереальный аромат. Может, из-за того, что к цветочкам добавлен лимончик. Вот прям... То, что нужно. 33,42, парфюмерная вода, 50 мл, 49,99, по-моему, по цене каталога. Ну и минус, конечно, своя цена. Далее попросили меня подобрать набор подростку. Это еще не все, просто нет на складе. Нужно еще к этому набору обязательно взять крем. Идет, значит, здесь есть гель, пенка очищающая 4 в одном. То есть, ну, я думаю, понятно, мы ей умываемся утром и вечером. Дальше мы, получается, тонизируемся лосьончиком от черных точек 4 в одном. И затем наносим крем, которого пока на складе нет. Я же всегда рекомендую всем обязательно еще брать масочку 4 в одном, маска очищающая. Все всегда идет такое запаянное. Значит, это белая глина с мелкими скрабинками. Я сама ее беру давным-давно. Кто еще помнит? Кстати, кто помнит, ставим пальчики вверх. Помните, у нас была такая серия с маслом чала и нам дерево. Ультра Клин Грин. Вот в той серии я постоянно, вот сколько она существовала, брала такую маску. Это
точь-в-точь, только, может быть, запах поменялся. Чем она мне нравится, неважно, опять же, повторюсь, какого вы возраста, но если у вас на самом деле черные точки, нужно почистить поры, я что всегда рекомендую. Значит, 2 недели пользуемся только этой маской. А затем маску оставляем 1-2 раза в неделю и переходим на гель-пенку. Но не как скрабом ни в коем случае, а как умывание. Эта маска, почему она 4 в одном? Потому что она можно и умываться ей, и делать как масочку, и наносить как скрабик. То есть, если вы выдавили там определенное количество вот этой вот маски, разнесли на руках и умылись, просто умылись. Где-то вот в область носа, подбородка можно чуть-чуть больше уделить внимание. Откуда я знаю, я сама обладатель черных точек когда-то в глубокой юности. Затем, вот получается, утром и вечером мы умываемся, смываем водой. Можно, если вы чувствуете, что не очень тщательно смылось, можно поверх смыть еще этим гелем. Но если вы чувствуете, каждый по себе чувствует. И получается, утром и вечером мы умываемся этой масочкой, затем тоник и затем крем. Кстати, маска эта 0467, любимчик мой, вот уже сколько она появилась, только беру постоянно. Тоник 0468, гель-пенка 0466. И получается, еще крема нету. Далее получается, допустим, 1 раз в неделю можно делать маску. Маску как делаем? Опять же, умылись. Можно протонизироваться. Это не помешает. Затем наносим масочку. Здесь сколько у нас маска написана? 5-10 минут, чтобы она чуть-чуть подсохла. И затем мы ее смываем. И вот эти мелкие скрабиночки опять же глубоко очищают кожу. А скраб, то есть, в принципе, то же самое, как будто умываемся, только уже больше времени уделяем очищению. Вот здесь идет. Так, маска. 1-2 минутки скрабиком по массажным линиям. И опять же, смыли этим гелем, к примеру, чтобы тщательно. Далее тоник и далее крем. Крема хватит на месяц 100%, если пользуетесь честно, не халтурив, как говорится. Я лично эту периодически серию беру, только на постоянной основе у меня есть маска. А крем, ну, все-таки это серия 12+, он мне уже слабоват, поэтому крем уже беру какой-то возрастной или же вот хороший увлажняющий. Но как очищение для комбинированной жирной кожи я всегда вот эту серию очень рекомендую. И она выходит, ну, до 20 рублей, даже может 20 нет, вот за 4 штучки. Поэтому очень такой вот бюджетный вариант. И последнее, что я хочу показать. Заказали у меня нож Сантоку. Уже, по-моему, 2 ножа этот человек у меня брал. И который раз убеждаюсь, если взяли 1 раз наш нож, попробовали, через какой-то определенный период берут все. И в итоге так по чуть-чуть человек собирает всю коллекцию. Это нож Сантоку. Напоминаю, что ножи очень классные. Сталь, дерево пака. Сейчас распечатаю, пошелещу вам немножечко. Значит, все идет, каждый нож идет в индивидуальном чехле. Этот нож мне даже больше нравится, чем поварской. Размеры идут такие же, только этот идет шире. То есть этим очень классно делать нарезку. Мне, например, нравится даже хлеб, вот чтобы было красивенько, без крошек и так далее. Вот этот именно нож. Плюс, конечно, есть еще такие пошире. У нас таких нету, что вот даже шинкуешь зелень, потом этим же ножом там скинул там сковородочку там или в... Слова опережают мысли. В кастрюлю, в тарелку и так далее. Но очень крутой нож, и у меня, где-то я уже рассказывала подробненько, есть похожие, только вот ручка у меня каменная, и он, во-первых, намного тяжелее, во-вторых, все-таки ножи бывают, что падают, и в камнях, хотя там, по-моему, мрамор у нас, но есть сколы, и они неудобные, особенно если нужно долго орудовать ножом, а здесь
идет рукоятка удобная, легкая. Сейчас скажу размерчики. Так, так, так. Значит, длина ножа 30,5 сантиметра. Длина лезвия 17,5 сантиметров. Так, лезвие нержавеющая сталь, рукоятка дерева пака. Вот то, что я говорила. Очень классные такие ножики. Каждый идет в коробочке, в индивидуальной упаковке. Даже берут на подарки. Конечно, есть те люди, которые скажут, ножи не дарят и так далее и тому подобное. Знаете, я всегда считаю, в зависимости от того, как ты общаешься с человеком. Если ты знаешь, что человек, к примеру, не купит себе нормальный, хороший нож, сами понимаете, что даже готовка совсем по-другому идет, если у тебя классные, хорошие приборы. Поэтому возьмите с человека рубль и подарите ему хороший нож. На этом у меня все. С вами была Ольга Карпович, бизнес-проект-партнер. Не забываем подписаться. Пишите комментарии, пишите, пробовали ножи, брали. И был период, что не урвать. Сейчас они есть все, но цена выросла. Поэтому есть и все. Наверное, все ждут акции. Кстати, не сказала я артикул. 91006. Рекомендую, пробуйте, берите. Ну и, конечно, не забывайте переходить по ссылочкам ко мне на каналы. Всем пока-пока.